голове у Пети, у Лили. Вот, поэтому ответственность колоссальная. И я знаю, что вот на этом пути все будет очень прекрасно. Вот, дай Бог тебе сил, здоровья, и пусть наши внуки действительно берут пример вот с таких, как ты. Ну и самое главное, я благодарен Ольге, которая все сделала, чтобы ты просто выглядел прекрасно. Теперь последнее, что я хотел сказать. У Пети прекрасное качество. Он уже сейчас всегда говорит: я тебя люблю. Я бы хотел сказать, что я тебя тоже очень люблю. Все. Спасибо. Это искренне. Слушай, значит, я наших внуков, у нас нетрадиционную. Я наших внуков очень люблю. И вот ты сказал про любовь, да? Но я таю, конечно, от внучки. Значит, я ей говорю: Лили, я тебя люблю. Говорю это для того, чтобы услышать в ответ: я тебя тоже. У нас не было девочек. Я вам выдам секрет. Сева хотел, чтобы Митя был девочкой.